Привет! Сегодня снимаю апдейт на свой проект 50 оттенков фиолетового. Я немножко эмоциональна сегодня, потому что я не снимала апдейт на это видео около 3 месяцев. Итак, начнем с того, что я не пользовалась почти всеми продуктами из этого проекта, поскольку заботилась о своем здоровье в это время. Итак, начнем. Во-первых, вот эти две помады от Essence, я ими не пользовалась совсем, это номер 17 Prisma Glow. И номер 12 Shine Shine Shine. Я также не пользуюсь вот этим бальзамом Labello Blackberry Shine, он до сих пор в коробочке, как видите. И не пользуюсь вот этой базой для пигментов от Briconti. Вообще она была заявлена как помада, но это база для пигментов для меня. Я не пользуюсь вот этими пигментами от NYX, к сожалению. Но в следующем году я собираюсь ими активно пользоваться, потому что я хочу закончить некоторые одиночные тени в своей коллекции, для того, чтобы понизить свою инвентаризацию. Итак, те продукты, которыми я пользовалась, это, во-первых, вот этот спрей Love Addict от Victoria's Secret. Как видите, здесь осталось совсем немного. Мне нравится распылять его на свои волосы, поскольку он очень долго держится таким образом. И вот этот оттенок с палетки Sleek Original фиолетового цвета. Я его часто ношу в складки века. Снимала видео вместе с ним, поэтому думаю, что скоро добьюсь до дна. По крайней мере, до 15 апреля точно. В общем, большое спасибо всем за внимание. Видео очень короткое. И всем пока-пока.